Всем привет! Меня зовут Ирина Крицкая, я специалист по продуктовым коммуникациям Республики Беларусь. Сейчас хочу вам рассказать о новинке второго каталога. Это парные туалетные водички Экла Амур для нее и Экла Тужур для него. Они помогут вам окунуться в такую романтическую Францию в преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля. Если мы говорим о женской туалетной водичке, то это сочетание фруктовых и древесных нот. Оно является самым популярным и продаваемым на рынке, поэтому очень многим придется этот аромат по душе. Здесь присутствует нота белой фиалки, которая дает такой пудровый сладковатый аромат, белый ирис и кедровые ноты. Если мы говорим о мужской туалетной водичке, она, кстати, выполнена в такой же стилистике. Мужская туалетная водичка – это сочетание мяты, ноты мяты, ириса и выделанной кожи, поэтому она придает такой мужественный аромат, аромат свежести. И также напоминаю, что не зря это парные туалетные водички, потому что когда вы прогуливаетесь со второй половинкой, то ноты этих туалетных водичек перекликаются и образовывается новый аромат, шлейф которого не оставит никого равнодушным.